В Чувашии только за 5 месяцев выявлено 7 фактов распространения порнографических файлов, из которых 5 с участием детей. Уже ученики 5-6 классов начали обмениваться друг с другом запрещенной информацией. Проблема безопасности детей в интернете сегодня стоит очень остро. Как ее решить, обсудили представители министерств и ведомств Чувашии на общешкольном родительском собрании. Согласно исследованиям, дети в России начинают впервые выходить в глобальную сеть в возрасте 8-10 лет. Причем около 80% из них делают это самостоятельно, без контроля взрослых. Да и мобильный интернет у детей в 2 раза более популярен, чем у старшего поколения. Кроме родителей, обязанности по недопущению распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, возложены на поставщиков интернет-услуг и СМИ. В феврале 2014 года в поисковой системе Google, это пишет родительница, я искала результат недавно прошедшего детского конкурса и обнаружила сайт, при переходе на которую я попала на сайт порнографического характера. На данном сайте в тексте сообщения одного из пользователей я нашла упоминание о своем ребенке с набором слов нецензурного характера и сопровождающей порнофотографии. Вот представьте себе, это за прошлую неделю буквально 2 жалобы пришли. И такие, и это те, которые только обратились. А представьте себе, сколько таких вещей существует у родителей, такие проблемы и у детей, которые не сообщают нам об этом. Решить проблему, установив контент-фильтры на школьных компьютерах, не получится, заверяют представители правоохранительных органов. Ребята чаще используют телефоны для выхода в интернет. Поэтому мобильные операторы рекомендуют папам и мамам покупать своим детям простые телефоны, без доступа в интернет. А Роскомнадзор советует не выкладывать в сети полную дату рождения, семейное положение и сообщать о текущем местоположении. Столкнувшись с нежелательной информацией, можно позвонить на линию помощи «Дети онлайн». Звонок по телефону 8 800 250 2015 бесплатный по всей стране. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.